Девочки, всем привет, кто заглянул на мой канал. Сегодня воскресенье у нас, 9 декабря, мне все хочется сказать ноября. И мы вот, время у меня 7:30, видите, как темно на улице уже. Ну, темень, сплошная темень, темно. В 6 часов уже как бы смеркается. Вот. Ну, хочу вам рассказать, что я сегодня купила. Опять же сходила. Ой, деньги только вот так вот. Все и нету. И ничего не принесли. Ой. Завтра у подружки у Веры на день рождения. Она, мам, пойдем что-нибудь купим. Я говорю, ну да. И купальник она. Все вот ходят купальники в сплошных купальниках на бассейне. А им, я ей покупала-то разъемный купальник, красивый он, все, но он разъемный. Она говорит, и я как дура, говорит, все в таком, а я в таком. Я говорю, ладно, пойдем купим купальник. Ну и надо было бюстгальтера там купить, трусишки, пообносилась девчонка. Ну как пообносилась, все равно я... периодически запасы должны пополняться. Потому что это такие вещи, лифчик куп, ну нижнее белье, оно вот так проходит по кругу. Одно уходит в печку, а другое ложится на полочке. Ну, мы пошли с ней, пошли. Купила ей опять шоколады. Сейчас подхожу. Открываю здесь стол, я их тут пока положила. Смотрю, она две взяла. Я говорю, а еще где две? А я уже съела их. Да ты с ума сошла, 4 штуки за раз. Да ты завтра покроешься болячками. Она мама, я говорю... Не-не-не, говорю, вон сок допивай. Ты что, говорю, такими пайками-то нельзя, мне не жалко, я для тебя это купила. Ну, предел-то должен быть, постолько за раз не надо есть. Я говорю, давай, мама, убери. Ну, пошли с ней, пошли, в обед вышли. Говорю, пойдем, прошли один магазин, второй магазин, потом пошли, говорю, все же на рынок, на спортивку. Закрывай, девочки, дверь. Пошли на рынок, прошли с девочки. Что же купить девочке? А говорю, а что она хотела? Да, там подводку какую-то для глазок. Девочки, учусь все узнавать заранее. Уже сначала. Я-то не крашусь с молоду. Вот это как, Вера, называется? Для бровей. Для бровей, девчата. Даже с точилкой, смотрите. Берешь, точится он, и красим бровки. Ну, я-то не умею. Я вообще с молоду... Это вот запечатанная. Ты ее не распечатала? Распечатала. Ну, а зачем же ты распечатала-то? Подруге дарить? Она ее уже вот девочке распечатала. Это для чего? Для подводка. Стрелки. Это стрелки, девчата, для стрелок. Вот она купила, я говорю, не надо же распечатывать. Не отходить к тебе. Ну, на себе Вера уже испытала. Нет, а это? Что это? Тоже подводка. Это ты для себя купила? Да. Это Вера купила для себя. Девчата, сейчас покажу. Тоже подводка. У нас таких даже и не было. А может быть и было, я же не красилась. Тоже. Вот эту стрелку уже вести только. Ну вот, девчонки, теперь я буду знать, чем молодежь красится. И купили ей... Вот такие накладные ногти. А Веры были побледнее, розовенькие. Ну, иди принеси, покажешь. А Вера купила розовенькие. А у них, девочки, что? А вот он, нет, не этот. Это нарисовано. Покажи свои. Иди сюда ко мне. А Вера купила себе вот такие, девчонки. О, я говорю, вот эти побледнее. Ну, я люблю такие. Вы представляете, такой вот ноготь держать. Там пилка есть. И пилочка. Тут еще и пилочка, девочки. Ну, Вера меня учит, он стоит. Я не представляю. Ты так делаешь. А как их? Вот так. Вот таким образом? Угу. Как? Не сломать его. Да нет, вот так. Вы представляете, я себя представить не могу с такими когтями.
вообще никогда не носила ногти, они меня раздражают сразу же. С молоду они у меня ломались всегда. Вот такой ноготь? Нет, убирай. А в нем, девчата, этот клей засохший. Ну, говорю, клей отдельно пойдете купите, наклейте. Пусть клеит дети. Это она завтра пойдет на день рождения. На, вот это вот убирай. И купила подружке вот такого ангелочка. Он. Это мы зашли в Фикс Прайс. Уже деньги кончились у нас. Я говорю, Вера, 500 рублей осталось в кармане. Пойдем вот купим что-нибудь. Какой-нибудь такой презент. Ну вот он ангелочек неплохой. Он говорит, будет как память. Тем более с сердечком. Подаришь Светке. Света будет рада. На. Самое главное, что девчат мы купили-то. Купальник. Вот такой, девочки, купальник. Качество хорошее. Уже уходим с рынка, Вера увидела. Она нам цену... Вот там. Сейчас, девчонки, настроим. Вот, девчонки, покажем вам сейчас. Вера сядет со мной рядышком. Вот моя доченька. Кто еще не видел, ну, успокойся. Кто еще не видел, можете познакомиться с моей дочкой. Вот зашли девочки, а там я не видела даже, Вера увидела. Смотрите, какой купальник красивенный. Он на спинке. Вот такой. Спинка, то бишь, открытая. Лямочки. Но он вообще вот по качеству прошит. Ну, шикарнючий. И она что-то сказала... Первая цена 1800, что ли? Я говорю, не, это дорого для нас. Потом 1500. И в итоге мы сговорились на 1300. Ну, купальник шикарный, девочки. Вот просто шикарный. Мы уже сфотографировались. Ставим фотографию. Вот. Прям вот... Ой, такой приятный, Вер, к лицу. Вообще приятственный. Потом пошли. Купальник купили, самое главное. Этот. Купила я себе, девочки, сумку. Сумка моя развалилась что-то вообще. А я же хожу то в опеку, то в Артем надо мне с документами ходить. И сумки пришла. Я думала, рублей за 500 куплю себе сумку. Ага. Там 2000, 1500 и выше. Думаю, что-то такие цены выстрелили непонятные. Девочки, я нашла себе сумку за 1000 рублей. Вот такая вот сумочка. Я встану вам, покажу. Здесь получается. Потом вот здесь замочки получается. Типа кармашков с боков. Да, девчат? Была серенькая. Мне продавец. Бери, бери. Вера говорит, мам, возьми черненькую. Черненькую ее под все. Здесь тоже, девочки, вот этот идет один разделение, как бы два отдела. Вот один и второй отдел, да? Вот видно. Ну, вот этот замочек под замком. И здесь вот тоже под замочком. И здесь отдельчики. Ну, сумка классная. Можно так носить, а можно вот на плечо. Вот так, если устанешь, что-то ложишь туда. Мне самое главное, что она мягкая. Я ее уже обсмотрела, прошита качественно. Не воняет. Бывает, что купишь у китайцев, а она... Бывает, девчата, знаете, вот запах такой. Это что-то мы покупали с тобой обувку. Кроссовки мы раз так купили. Белые. Вот купили, домой принесли, новая партия кроссовок, прям упаковано все. Пришли домой, девчат распаковали, вонище. Вот такой какой-то синтетической резиной. Рыбой. Ну, какой-то запах такой нехороший. Вот прям вонючий. И этот запах распространяется по всему дому, дышать нечем. Вера говорит, да мама выветрится, положи на веранду. Я говорю, не, ты что? Я пошла, нашла этого китайца
И он не поменял девчата на другие кроссовки без проблем. Они знают, это некачественный товар идет, не сертифицированный, который они привозят так, видать, нелегально, и продают. Ну, поменял на хорошие. И девчат пошли еще, ей нашли штанишки такие классные. Вот такие же штанишки, как я покупала, вот они на меху. Вот он мех, видите, девочки? Но самое главное, что сейчас же мода, вот эти вот лампасы. Мама, вот у нас уже, говорит, у девочки есть. Я говорю, ну раз у точнее девочки... Точнее, будет оклонная у Светы. У Светы есть? Да, оклонная две белых полоски. О, и у тебя в классе будет, да? Да, только у меня вот такие золотые. Ну, мы впереди планеты всей. Как это? От моды отставать нельзя? Девчат такие тепленькие. Вот те я покупала, Вере. Эти тоже верх. Качество. Качество, девочки. Вот оно прям видно. Вот такое вот гладкое. Верх. Есть такая отстает тряпка. Вот такие ни в коем случае брать нельзя. Эти тоже, они как стретчевые. Вот, тянутся. И прошиты, и по длине прямо подошли. Поверь. И попа хорошо, и длина. Ну, шикарные штанишки. Я что-то мало взяла. Взяли 6 тысяч, мы все их потратили. Вот. И по длине шикарнючие. Завтра пойдем в школу, но вот штана. Ну, и нижнее белье купили, конечно. Девочки, трусы. Зашла, спросила, трусы. 100 рублей. Я говорю, как 100 рублей? Вот, значит, сколько мы не были на рынке? Мы не были на рынке вот по вот таким покупкам с сентября. Цены выросли, девчата. Выросли хорошо. Были трусы 50, 70 рублей. Сейчас 100 рублей у всех. Но я нашла. Я же не я буду. Я нашла вот такие, девочки, трусики шикарные. По 50 эти рублей. Да. Вот эти вот, видите, зелененькие. Это для Верочки. Вот такие трусишки. Вот такие. Цвета разные. Ну, четверо взяли. Мы сегодня шибко не бегали по экрану. Ну, и мама как это... Вера говорит, мама, о себе. Я говорю, ну, я себе куплю. Вот такие мои, правда, по 100 рублей. А Верины 50 рублей. Вот трусы хорошие. Качество хорошее. Боже, богато. Вот эти вот, девчат, бамбуковые трусы. Они дышащие. Ну, хорошие. Надо жить дорого-богато. Вера говорит, надо жить дорого-богато. У нас сегодня что-то настроение смешливое. Господи, не к добру. Девочки пошли, искали бюстгальтер. Вы представляете, зашли в один бутик там. Гляжу, как бы распродажа. Вот ценник висит, 250 рублей. Бюстгальтер. Ну, посмотрела, говорю, Вер, твой размер, твой. Купили, купили. Ну, а померить там негде. Думаю, ну бери, все равно небольшие деньги, если что там задарим кому-нибудь, если не подойдут. Но надо вот здесь вот этот вот разъем, конечно, немножечко его вот здесь пришить, эту лямочку. Ну, у меня есть вот такие вот беечки, капельку надо. 250 рублей я взяла. Проходим чуть-чуть вперед. В другой бутик заходим, девчата, там 100 рублей без бюстгальтера. Ну, мы, конечно, накупили. Смотрите, какой классный бюстгальтер. Широкое вот это вот место и тоненькое, дышащее все. Она говорит, это шелк какой-то. Ну, это новый. И лямочки мне понравились, что вот зимой ребенку он дышит. И лямки широкие. Вот здесь не узкие. Как вот здесь вот, видите, эти лямочки, они же быстро приходят. Перекручиваются. Да, перекручиваются. А здесь прям вот, ну, классный бюстгальтер. Мы взяли желтенький, бирюзовенький. Вот тоже красивый такой. Видите он? Вот, девчонки. Лямочки. Самое главное, ну, для девочек это прям вот шикарно. И черненький, беленьких не было. Она нам дала вот все цвета, которые вот были. И черненький. Я говорю, берем. Вот набрали, пошли
в кафе. Ну, хочу сказать, сегодня мне не очень кухня понравилась. Пошли мы в китайскую кухню, взяли там покушать, взяли салат, взяли мы баклажаны со сладким перцем, в кисло-сладком соусе, взяли мы курицу. Соломкой нарезанная, в кисло-сладком тоже соусе. Сок. Взяли сок литровый Вере. Вера любимый. Выдула уже. Ну, вкусный, сок вкусный. Хорошо. Маме чаю. И взяли мы какой-то салат-то. Там, короче, была капуста, крабовые палочки, огурец, и это, кукуруза и плюс майонез. Такой. Отдали за еду 1400. Вера, мама, давай возьмем еще шашлыки. Я говорю, да ты что, мы же не съедим. Мы еле съели, девочки. Я говорю, все, я уже не буду лишнее ложить в себя. Зачем? Тяжело будет. Ушли еще полпорции. А порции большие, девчонки. Порции огромные. Поэтому, говорю, это не захочешь. Сидишь, ешь, ешь. Но люди, кто не доедают, они забирают. Им дают такие вот чеплажечки под крышечки. И все собирают и домой. Вот. Ну, я думаю, мы еще понесем домой, что ли? Мы с тряпками с этими. Пошли в фикс-прайс. Зашли вот сладости. 500 рублей еще было в кармане. Я говорю... Ну, пойдем сладкого купим. Ну, пойдем. Купили сладкого. Ой, а тут вон звездочки, дочка у нее. Смотри. А я и не видела. Девчонки, а у нее вон звездочки еще. Тельца. Я только увидела. Вот тут включать? Нет, тут а, включать. Можно свечечку, да. Наверное. Нет, да? Тут свечка. Тут включается, видишь, фонарик. Маленький. Ну, дай. И отображается вот на эти звездочки. Точно, девочки. Тут, ну, мы не будем распаковывать. Угу. Вот тут вот сзади, вон выключалка есть. Кот пришел. Верочка, кот наш пришел, девочки. Вот он так приходит, вон он орет, видите? Вера, иди позови, только накинь халат. Вон он пришел, пришел, мой мальчик. Маркуша! Вот так вот. Прибежал, девчата, он все время стучится, умный кот. До такой степени он умный. Просто вот умница. Это, оказывается, тут надо как-то включать. И там будет... А как же без батарейки, я тоже не могу понять. Ну, тут есть вот инструкция. Да, батарейка. Ага. Тут она на батареечке будет гореть внутри. Ну, вот красивый, вон котик. Вот наш котяра. Ой, мой сладенький мальчик. Ну, покажись, покажись. Всем скажи привет. Ой, он замерз, девочки. Он такой холодненький-холодненький. Мой красавец. Ты мой красавец? Иди к Вере. Он красивый. Вот такой у нас кот. Лазит и откуда знает, где мы сидим. Если мы на первом этаже, он там на окошко прыгает. А на веранде я вот все лето ж прожила, считай, 20 ноября перешла. Он там на карниз запрыгивал над дверью. И потом на подоконник, на второй этаж, считай. И там стучался. Ну, умный котяра. Ну, сильно его не жми. Он сытый. Колючку надо вытаскивать. Ну вот, девочки. Сегодня комментарии, по ходу ездили, комментарии ваши читали. Спасибо всем огромное, девчата, за вашу поддержку, за вашу любовь. Я это очень, для меня это очень ценно. Кот машет наш. Вот. Вот моя доченька, видите, какая большая, уже взрослая. Нам будет 14 лет, 17 февраля. У нас будет большой праздник. Мы будем получать в этом году паспорт. И мы уже станем совершенно взрослыми. Да, Вера? Вера говорит, тогда меня посадят. За что тебя посадят? Не говори глупостей. Это я говорю, Вера, все действия нужно обдумывать будет.
прежде чем что-то сделать. Меня посадят за то, что я буду смотреть на красавчиков. Нет, не посадят за это. Ну все, забирай его, неси. Ладно, девчонки, на этом пока остановимся. Сейчас все этикетки будем убирать. Все это надо перестирать, потому что штанишки завтра Вера хочет одеть. Купальник мы оденем в субботу. Пойдем в бассейн в новом купальнике. Да? Опробуем, оплаваем его. Вот. А сейчас все это кинем в стирку. Вот. Мама пойдет повяжет. Хоть чуть-чуть. Я же сегодня мы ушли, как во сколько ушли? В 12 дня. И пришли в 7 часов почти. Приходим, тут зять у нас сидит. Надо было ему отксерокопить там документы. Платежки какие-то засадить, что ли. Пошел домой, а мы вот сели, чтобы снять видео. Ладно, девочки, это не конец. Мы еще с вами увидимся до следующего просто включения, поэтому... Это только начало. Да. До следующего включения, мои хорошие. Кафе. Вера моя, кушает. Салат. Добрали свинину, баклажаны и сок. Народу много. Вот уже все наряжают к Новому году. Девочки, вот тут вот небольшой кусочек заснимем. Вот он, манник. У меня в том видео про манник-то вот этот кусочек, телефон отключился, и я его нечаянно удалила. Там только в конце краешек вот так вот показался, и все. Кусочек прям буквально. Вот такой он получается, девочки. Вот. Видите, по высоте. Вот он. И вот мы уже съели. Вот остался один кусочек. Он мягкий, сладкий. Если еще полить его вареньем или каким-нибудь там джемом, понимаете, то вообще, ну, он будет приторный, потому что он сам по себе сладкий, девочки. Пеките, не бойтесь. Я говорю, и дешево, и сердито, и вкусно. Сейчас тяжелые опять времена, по-моему, наступают. Поэтому я говорю, печенье не накупишься каждый раз, оно дорого. Ну вот, девочки, приятного аппетита, чаепития с манником вам всем. Показала, а то мне пишут в комментариях, а хотелось бы увидеть сам манник. Вот я вам показываю, конечно, не полностью, потому что он же не залеживается. Мы вчера вот пробегали в город, пришли, чай пили, зять был, попил. Утром я вот попила уже. Ну, на этом все, девчоночки мои. Пока-пока. Я, наверное, девочки, на этом видео свое закончу. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы получать оповещение о следующих моих видео. Отдельное спасибо за просмотр рекламы. Это поможет моему каналу для развития канала. И то, что я заработаю, девчата, пойдет мне на покупку также пряжи и
Ну, попробовать-то хочется, и спицы, может быть, я куплю. А на этом, девочки, все. Желаю всем счастья, ровных петелек и здоровья, самое главное. До новых встреч! С вами была ваша Татьяна. Пока-пока!